Тру. Пятую точку. Дорогие женщины, сидела в крапиве. Знаете почему? Потому что у женщин после 40 или 45 даже идет застой крови и лимфы в брюшине, то есть в области матки, а также в венах в ногах. И именно крапива, когда она жалит, содержит такие капсулки, в которых находится крапивная кислота и все остальное. И вот это тонизирует кожу. То есть этот укус крапивы очень хорошо помогает ручкам шевелиться, потому что чешется. А так приходит новая кровь. Поэтому девочки, девушки, женщины, залазим на секундочку в крапиву без всякого смеха. Потому что это, во-первых, повышает иммунитет, во-вторых, вы избавляетесь от своих страхов и фобий, потому что глаза боятся, а руки делают, крапива же жалит. А в-третьих, вы оживляете клетки вашей крови, лимфы и мышц. Я Мария, целительница, травница и вообще человек, всезнающий, нахожусь всегда в квантовом поле, и поэтому я вам говорю, что есть очень знания вековые от нашей родовой системы, от нее никуда не уйдешь. Она в каждой клеточке нашей крови, в каждой мембране, в каждом гене, вы знаете, да, генетическая память предков. Так вот, я не только занимаюсь травами, я сначала исцеляю душу, занимаюсь гипнотерапией, работаю с подсознанием, работаю в своем квантовом поле, провожу расстановки, обучаю, веду курсы и вебинары, занимаюсь практиками. И только потом, на основе раскрытия, распаковки качества души, памяти души, начинает потихоньку нейронная связь восстанавливаться, то есть преобразовываться. И тогда я назначаю травы именно по той болезни, именно по той причине, чтобы помочь физическому телу. Успейте записаться ко мне на консультацию. Мой сайт стоит в шапке моего профиля. mariamakash.com. А я с уважением и благодарностью за ваше внимание прощаюсь с вами. Живите здорово!